Жуман Жумабеков против Наби Набиева. Николай Самусев против Адилета Нурматова. UFC Fight Night. Армен Цурикян против Дариуш Бенелла. Найза Fighting Championship 55. Именно об этом мы сегодня поговорим. Ассаламу алейкум, леди и джентльмены. С вами Сула, наш боец. И мы начинаем. Ну, давайте, наверное, начнем с UFC. 3 декабря в ночь с субботы на воскресенье, со 2 на 3 декабря, в 3 часа утра 3 декабря по времени Астаны начнется турнир UFC Fight Night. Главный бой этого турнира — Армен Цурикян против Дариуш Бенелла. Армен Цурикян, я думаю, вы в курсе за этого парнишку. Крайняя схватка в UFC нашего Дамира Исмагулова прошла как раз таки с Армен Цурикяном. И тогда Дамир Исмагулов, к сожалению, проиграл решением судей. Единогласным, если я не ошибаюсь. Теперь Армен Цурикян против Дариуш Бенелла. Очень интересная схватка ожидается. Да и вообще весь турнир, весь карт просто фантастичный. Вам понравится по-любому. Хотите посмотреть на халяву прямой эфир? Двигайте на мой сайт sportmma.kz. Вот по этой ссылке найдете мой сайт. Также ссылку на сайт оставлю в описании под этим видео и в первом же закрепленном комментарии. Там у меня прямой эфир, там под постером этого турнира будет надпись, да, там UFC прямой эфир здесь. Нажимаете, и вам будет на халяву в отличном качестве, еще раз подчеркну. Там же под этим видео в описании вы сможете найти ссылки на мой телеграм-канал «Наш боец Чироки» и также на мою инсту. Все изменения по времени, там то все, может быть, какая-то другая ссылка появится. Все будет у меня там в телеге. Вот хотите, чтобы быть в курсе всего, по-любому подписывайтесь на мой телеграм-канал. Никогда не пожалеете. Казах тренде, дәл осы бағдарламаны көргіңіз келсе, біздің Джаумгер YouTube парақшамызға өтіп, жазылыңыз, құрметті ағайындар. Міне, осы сілтеме сол YouTube парақшам табас, және сілтемесін видеоның астында қалдырамын. Следующая новость. Давайте, наверное, поговорим про Николая Самусева. Чемпиона, да? Его еще не победили. Он, так получается, оставил свой чемпионский пояс или что? Я так до конца и не понял. Найза Fighting Championship. 6 или 7 раз Коля дрался, а может быть даже и больше. Больше в Найза Fighting Championship. Ни разу не проиграл. По-моему, все поединки у него были досрочными. Офигенный боец. Это клуб Тобет Топ Тим. Главный тренер Диас Кабдов. Диас, брат, от всей души тебя. Теперь он собирается драться. По-моему, это первая его схватка в такой организации, как Brave CF. И его соперником будет Адилет Нурматов. Адилет Нурматова, я думаю, более чем уверен. Ну, наверняка вы его знаете. Он часто выступал здесь, в Казахстане. Участвовал в гран-при Алаш Прайда. Дошел до финала. Но проиграл там во втором или третьем раунде удушающим приемом нашему бойцу Багдос Олжабаю. Вот так вот. То есть, вот такая вот интересная схваточка Николая Самусева по прозвищу Жаунгир. Это чисто наш парнишка. Чисто наша школа такая, казахстанская ММА и муай-тай в частности. Болеем за Колю. 5 декабря будет эта схватка. Ссылку на прямой эфир сможете найти у меня в телеграм-канале «Наш боец Чироки». Следующая новость по Найза Fighting Championship 55. Этот турнир пройдет в городе Астане 6 декабря во дворце спорта Жекпе-Жек имени Шкемпирова. Ребят, ну, офигенный турнир там будет по-любому. Там Диас Серенгаипов будет защищать свой пояс. Нурбек Кабдрахманов будет драться также за чемпионский пояс Найза FC. Там, кстати, Фанили Рафиков тоже собирается там подраться. Суперский карт вам по-любому, ребят, понравится. У меня здесь на канале вы сможете найти несколько видосов как раз таки по некоторым схваткам, наиболее интересным для меня. Но во вторник, 5 декабря, я в любом случае сделаю еще один дополнительный выпуск и постараюсь познакомить вас, ну, практически со всеми поединками, которые будут нас ожидать уже 6 декабря. Так что ожидайте. Ну и главная новость сегодняшнего выпуска — это, конечно же, Жуман Жумабеков против Наби Набиева. Сегодня в 9 часов вечера по времени Астаны начнется турнир, очередной турнир Лиги Российской Хардкор FC. Ребята,
Одним из главных боев этого турнира будет как раз таки схватка нашего Жумана Жумабекова против чемпиона лиги Хардкор Наби Набиева. Чем обо мне говорить, что-то, понимаешь, это бой, это ММА, это пятираундовый бой, понимаешь. Посмотрим, короче, 30 ноября видно будет. Вот так и говори. Что ты говоришь, одну ногу там, грэплинг. Да себе переживай, все, брат. Как ты думаешь, он готов функционально к 5 раундам? Он? Да. Он, я думаю, он не готов. Ты хорошо, ты 5 раундов хочешь? Он не готов на 5 раундов. Я на 5 раундов не готов. Готов на 5 раундов? Так чемпионский 5 будет по-любому. Наби. Готов на 5 раундов? Я на 5 раундов готов, брат. Но да все, тогда будет 5 раундов бой, зрелищный бой. Надо зрелищный бой, надо бонус забрать, но Жуману опять приходится Наби уронять ничего. Давайте пройдем на стердаун, парни. Что, поделишь мою добро на отношения хотя бы, брат? Не, пока, подержи, брат. 30-го бегу сейчас. Хорошо. Пока проигрывает, то грязь. Это ментальные игры всего лишь, брат. Это не физика, брат. Это не физика, это здесь, брат. Это не бокс. Это не грэплинг. Это только здесь. Это ты это здесь. Знаешь. Вот это по тебе наперед, это все знаешь. Понимаешь? И это не возраст. У меня здесь, ты не знаешь, что это не возраст, это не опыт, брат. Это всего лишь ментальный. Нет, она у меня есть. Ты не переживай. Я хотел спросить сейчас в образе, брат. I'm number one, brother. Bullshit. I'm number one. Иншаллах, вот этот поезд заберу, брат. Ты хайп свой поймал, когда с этим, с Хамзатом дрался, брат. Я обратно тебя все заберу, иншаллах. Второй поезд будет, сейчас есть Кайран. Вот этот поезд нормальный. Но будет бомбический турнир, я более чем уверен, и прям... Шикарная схватка, мы болеем за нашего Жумана Жумабекова. Как я понял, там 5 раундов будет, да, по 5 минут, да. Или, ну, я особо за хардкором не сижу, но, по-моему, 5 раундов по 5 минут. За Жуманчика мы болеем прямо обеими руками, обеими ногами. И желаем ему только победы. Прямой эфир, ссылку на прямой эфир вы сможете найти у меня здесь, под этим видео в описании. Также ссылку оставлю у себя в телеграм-канале «Наш боец в Чироке». ВКонтакте, знаете, да, социальная сеть ВКонтакте, там будет все проходить. Прямой эфир там бесплатный, так что смело. Напомню, сегодня 30 ноября в 9 часов вечера по времени Астаны начинается этот турнир. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, наш боец. Всем пока, салам алейкум. Arrivederci! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better...